Сегодня в Центральном районном суде Омска вынесли приговор чемпионке мира по тайскому боксу Оксане Кижнеровой. Спортсменку признали виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия. Напомню, в августе этого года Кижнерова выстрелила из пневматического пистолета в девушку. Причиной агрессии стал дорожный конфликт. Как установили следователи, Оксана Кижнерова попыталась обогнать автомобиль. Дорогу спортсменке не уступили. Управляла иномаркой девушка. Чемпионка решила проучить автоледи. Кижнерова выстрелила в открытое окно своей оппонентки. Пуля попала в голову пассажиру, 19-летней девушки. Свою вину Кижнерова признала. Суд назначил ей 200 часов обязательных работ. Также ей предстоит возместить моральный вред потерпевшей. Сумма 50 000 рублей.